На 14 марта всего по республике за сутки зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19 и небольничной пневмонии, сообщает на сайте Министерства здравоохранения Кыргызской республики. По их данным, из них все 11 новых случаев зарегистрировано в Бишкеке. За весь период зарегистрировано всего 200 742 случая. Выздоровело 23 летальных исходов не зарегистрировано. В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили стат данные по вакцинации. Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано первичной серией 287 человек. Всего по республике первой дозы привит 1 миллион 464 тысячи 607 человек. Повторной первичной серии 7 человек. Всего по республике второй дозы привит 1 миллион 207 тысяч 802 человека. Бустерной дозы 76 человек. Всего по республике бустерной дозы привито 137 тысяч 549 человек.